В республике для всех видов транспорта закрыта дорога Восточно-Казахстанской области. Уже вторые сутки нет автосообщения на этом участке республиканской трассы. Фактическая погода на этот час такова. Отмечается понижение температуры во всех регионах страны, за исключением Запада. Здесь зафиксировано от 0 до плюс 4. На севере страны заметно усилился мороз. Утром в Северо-Казахстанской области было минус 21. По информации Казгидромет, с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики пройдут осадки в виде снега. Лишь на юге и юго-западе республики ожидается погода без осадков. На большей же части территории ожидается метель, гололед, туман, усиление ветра.